Всем привет, ребята! Это канал Реальная Качалка с вами. И в одной из выпусков таких недалеких, да, я вам рассказывал про кепку свою любимую Титаниум. Новая кепка, которую я думаю, вы мало кто вообще видел ее. Вот сейчас вы видите у себя на экранах. Кепка Титаниум серия Колумбия, да, получается. То есть это производитель Колумбия, но более именитая серия Титаниум. Это как у Тойоты, да? Другие марки машин, которые вроде бы Toyota, но под другим названием. Ну и так много чего такого другого интересного тоже мы знаем есть в мире. Ребятки, все хорошо, кепка, я очень доволен, ничего не поменялось. Классный материал, классный пошив, лекало, супер. Смотрится, все спрашивают, где ты такую взял, четкая кепка. Ну, в общем, все четко. Но сегодня я вам продемонстрирую свою новую покупку. Тоже не менее классную. Поэтому не переключаемся. Поехали. Итак, ребята, Under Armour. Посмотрите, насколько она четкая, насколько она классная. Возможно, камера не передает все яркости этой кепки, но это действительно четкая и классная кепка. Сразу в начале этого ролика я хотел бы вас спросить. Обратите внимание, что вот здесь есть такая как бы лейба, да? И здесь есть. Но если вот здесь она некрасивая, то есть я ее сразу уберу. Она мне нереально не нравится, некрасиво смотрится. То здесь более-менее как бы, ну, вписывается в саму кепку. Вопрос к вам, ребята. Если вы покупаете кепку или носите ее, скажите, эти штуки вы сдираете или оставляете и носите с ними? Вот вопрос мне такой, я думаю, уверен, вопрос этот многим интересен, и напишите в комментариях, убираете ли вы эти наклейки или оставляете. Бывает, что эти наклейки идут еще с другой стороны, вот тут. Поэтому интересно ваше мнение. Оставляем или убираем? Мувитон ли это или это нормально? В общем, вы поняли, да? Напишите, это очень важно лично для меня. Да, я думаю, многим подписчикам нашего канала это тоже очень и очень важно. Итак, давайте поговорим все-таки о кепке. Погнали. Первое, на что я хочу обратить внимание, Under Armour. Здесь нету в ней вообще белого цвета. Смотрите, это первое. Вообще все черным сделано тоже, что, то есть она не марка. Как предыдущая кепка, Titanium не марка, так и это не марка. Второе, у нее нету размера, который будет перестегиваться. Видите, здесь все зашито. Если вот на многих кепках, видите, да, задний вид. Идет застежка, хоть на этой, они полностью перестегиваются, видите, да? И это считается нормой. То есть перестегнул, вставил, как бы, якобы все круто и классно. Видите, да? То на нашей Under Armour нету. Мало того, что здесь нету, на Титаниуме, о которой я говорил, тоже нету, вспомните. То есть, эту кепку вы покупаете, меряешь ее хорошо и как бы уже смотришь. Сразу скажу, вот эта штучка, которая вставлена, видите, да, здесь, она идет во всех кепках. Она размер как бы уменьшает. Ты меряешь, она якобы к тебе не садится на голову. Поэтому эти штуки надо вытягивать. Вытянули эти штучки и уже меряете без нее. Тогда она меряется гораздо лучше. В данном варианте у меня размер LXL. Здесь, кстати, тоже был размер LXL, если в этой кепке. И тоже, кстати, нету пере... Это вот задний вид, она так выглядит сзади. А здесь вот так. По материалу даже, если сравнить, получается чайно. Так, полиэстер 60 и ну, эластан, типа эластан. Да, 40%. Вот такой вот состав. Ну, тоже можно стирать. 30 градусов. Вот все размеры. Здесь что мы имеем? В той кепке я уже просто не помню. Так. Ну, это считается более как бы подороже версия. Эта кепка здесь. Тоже 30 градусов. 92 полиэстера и эластана 8%. Более такая получается. Так, что мне в ней еще нравится, в этой кепке?
то, что нету черного цвета, то, что структура ткани идет как бы в решетку вся, то есть это смотрится, мало того, что это смотрится действительно богато, это вот так. Фирменное, видите, полностью. Это не то, что там я выдумал, это реально армор фирменный. Так смотрится и богато, смотрится действительно круто и классно. Нормальная резинка, которая не тянет голову. Мерил я и другие модели, не особо. Что в ней хорошо, под любую одежду она подходит нормально. И неважно, то ли на спортике одет, то ли нет. Вот эта кепка, она действительно, она такая вот модель выполнена, мало того, что в унисексе, то есть она подойдет и парням, и девушкам. Она действительно видно, ну как круто сделана, очень богато, видно, что фирменная. Вот эти вшивки, даже клеймо, обратите внимание, на оригинале клеймо стоит даже на самом, вот Under Armour, на самой кнопке посередине идет штамп. И тесьма вшита на оригиналах только посередине, по средней, и все, все остальные идут без швов. Это тоже немаловажно. Я смотрел на сайте, так оно идет у них на оригиналах. Так. Давайте посмотрим, что тут мы увидим. Ну, в принципе, все. Вот такая вот кепка. Under Armour. Мне очень нравится. И всем рекомендую. И не забудьте то, что я просил на начале ролика узнать. Скажите. Эти штуки вы срываете, потому что здесь действительно классно и красиво налеплены, все, вы их отдираете или нет. Напишите это в комментариях, это, уверен, будет многим нашим друзьям интересно, нашим подписчикам. И хочу еще добавить то, что вот эти кепки, что вот это, вот где закрыто, да, что здесь. Очень прикольно носить эти кепки наоборот. То есть вот когда ты одеваешь, как бы, без козырька наоборот, то есть козырек получается сзади. Очень прикольно смотрится, очень оригинально. Так что это тоже можете учитывать. Ребятки, напишите в комментариях, как вам такая кепка понравилась или нет. Вообще, как вы относитесь к фирме Under Armour, носите или нет. И если кого интересует спортивное питание, да, то не забывайте, что в описании к этому видео я подробно расписал, какие витамины, какие спортивные питания, добавки принимаю я на натуральном тренинге, и какие принимают мои родные, мои близкие, жена и родители. Поэтому, если вам интересно, я подробно все расписал прямо под этим видео. Все, ребятки, ставим лайки, подписываемся, это канал «Реальная качалка».